Добрый день. Сегодня на обзоре у нас инвестиционная монета Беларуси, выпущена на Варшавском монетном дворе из серии «Святые Беларуси» с изображением преподобного Сергия Радонежского. Вот так выглядит у нее реверс и аверс. Оригинальная капсула. 50 рублей у нее номинал 2008 года. Золотая проба здесь 900-ка. Вообще по весу монета чистого золота имеет четверть унции. Вот эти камни — это не полудрагоценные, не драгоценные, это стекляшки. Просто так украшают монету. Монета выглядит довольно симпатично и пользуется большой популярностью среди не только белорусских, но и всего СНГ коллекционеров.